Exatamente, eu também. Tá? Смотри, если сделаем аппарат, да, в котором мы будем засовывать бутылки, и аппарат будет давать монетки, и, ну или не монетки, а купоны. Yeah. Сделаем магазин, NAS тикет, да, в котором человек будет приходить, у него, например, стопку бумаг, NAS тикетов или чего еще. Он приходит, ставит свои деньги, и там у них типа, будет товар, например, он может купить заново бутылку, только в ней уже фиксируют. Он просто переработал, отдал бутылку, а вместо него новую фишку получил. Да. Yeah. А подождите, вы собираете весь этот бутылок, а что с ним делать, с ним делать? А дайте нам переработать, где не будет с ним просто. Это можно сказать, ну, это очень приватная информация. Но вы за это деньги получаете? Может получить. Может получить. Может получить. Значит, я не получаю, просто не говорю. Что еще? Очень похож на ортофут подкаст какой-то. Не, если подкаст, то давай объявлю. Подожди, Юрий, следишь, что вообще вообще не бойся. Типа, не на волну, где она будет. Знаете, вы думаете? Вы же не участвуете в нашем... Турбины. Давайте, да, вот, давайте. Давайте установим литерный, ну, у нас типа литерный. Нормально. Установим в уголках, где, ну, во-первых, измерим, где ветер больше всего дует. Например, мерить ВПМ, может, вес дует, нет. Да. И вот, например, словом баланса мы будем определять, где ветер будет больше, где нет, да? Да, мы оставим меня мерить и сравнить, где да. Ветер лучше, да. А где хуже. Она будет держать 20-килограммовую турбину, через которую будет проходить ветер. Этот ветер, он будет турбину, а она энергия. Все. И она будет моментально переходить, потому что перед энергией нельзя долго ходить. Знаете? Да. Слей по факту, почему? Что я? Я почему? Нельзя долго ходить. Я так посчитал. Слей по факту.